Ну что, всем привет, друзья! Сегодня мы посмотрим на новый журнал LEGO Star Wars, пятый выпуск. Сразу говорю, что купил в киоске по цене 215 рублей. Так, давайте достанем. Здесь тоже пакетик вот такой вот, хороший. Удобно, не надо ничего рвать, просто открываешь и все, достаешь содержимое. Так, журнал, пакетик в конце, после журнала. Так, это убираем, чтобы не мешалось. В общем-то, вот такая обложка. Два постера. Сегодня у нас будет эксклюзивная игрушка «Крутое оружие для твоих лего мини-фигурок». Так, Боба Фетт на охоте. Два комикса. Ладно, поехали, открываем. Привычная нас вот эта вот картинка встречает здесь. А дальше, так, в норме. Вот что тебя ждет в номере. Содержание, значится. И... А, нет, игрушки. Про нашу игрушечку. Вот инструкция по сборке сразу же. Загадка Йоды. Привычная уже. В каждом выпуске «Величайшие воины джедаи». Здесь вот описание их. Оби-Ван Кеноби. Так. И начинается, собственно, комикс «Дуэль на звезде смерти». Так, поехали. Слушайте, прикольненько. Прикольненько, хватит. Так. Поиск. Нужно найти отличие. Подделка оригинал. Так, опять загадочка. Продолжается комикс такой, знаете, в серых таких тонах. Прям вообще все такое серенькое, да? Так, дальше. 12-е, 13-е. Идем дальше. Загадки. Игры теней. Нужно отгадать персонажа. Ну, в общем, всякие различные задания. И мы уже подошли к плакатикам. Давайте на них посмотрим. Итак, первый плакат – это корабль Slay One. Вот такой вот, ну, как сказать? Ничего. Достаточно такой, ну, не знаю, мне не очень нравится. И давайте посмотрим на следующий. А следующий – это у нас… Дарт Мол. Вот это уже прикольно. Дарт Мол такое вот, все такое красное, красно-черное такое, злющее, в общем. Прикольно так. Ну и, собственно, все, на плакаты посмотрели, давайте смотреть дальше на журнал. Ну а здесь нас встречает рубрика «Загадки», это поврежденные дроиды, это R2-D2 и C-3PO. Вот такие нужно им, в общем, кусочки сопоставить с их изображениями. Внимание, вирус. Так, это, наверное, продолжение комикса, но не написано, что какая-то часть, не знаю. Вот. Продолжение комикса идет. Ой-ой-ой, не надо пока конец. Просто смотрим пока что на комикс. Вот, все в таких же тонах продолжается. Ну, чуть-чуть побольше красок стало, но не настолько. Все, в принципе, такое же. И дальше у нас игрушки. Два вот таких корабля. Здесь показаны различные фигурки. Фан-уголок. Повстанцы ждут тебя. Здесь, так, различные фотографии, рекламка. Так, ладно, давайте дальше посмотрим. Следующий выпуск, ну вот, в следующем выпуске будет Сноуспидер. Сноуспидер, крутой снежный спидер, понимаете? Ну, спидер будет, никаких фигурок, друзья. Так, здесь у нас плохие парни атакуют, смотрите какие, вот этот смешной чувак. Так, и сзади у нас... Хорошие парни наносят ответный удар. Молодцы. И теперь давайте посмотрим на пакетик. А пакетик у нас выглядит вот таким образом. Это Limited Edition. Опять же таки 5 с плюсом. Как обычно это бывает, давайте открывать. Достанем содержимое. Опять убрал журнал, не открыв инструкцию. Сейчас мы это исправим быстренько. О, какая деталька интересная. Смотрите, большая есть. Прикольно. В общем, так смотрятся все детальки. Давайте сейчас откроем инструкцию и начнем сборку. Итак, инструкция готова. Поехали. Берем, собственно, вот эту нашу кругленькую штуковину. На нее мы должны соорудить эти штуки. Так, дальше берем квадратик светлый. Дальше мелочь вот эту. Так, что-то... Нет, неправильно собрал. Ну вот. Секунду. Просто я их загнул не в ту сторону. Сейчас мы их соберем в ту сторону. Они должны смотреть вот сюда. Судя по инструкции. Инструкция. А, я смотрю снизу. Смотрю, уже сразу она собранная. Я смотрел вот сюда, а надо вот сюда. Так, мы собрали эту штуку. Так, поставили вот эти. Дальше берем прозрачную с квадратиком. Прозрачная, красивая, красная такая. Так, одеваем вот сюда. Одели. И теперь уже... Так. А, все, у нас остались только собрать пушки. Смотрите. Световые джедайские мечи. Вообще прикольно, смотрите. Вот есть вот такой вот зелененький меч. Вообще прикольно. Так, потом голубенький меч. Так, правильно, что ли, я одеваю там? Тогда вот сюда, все правильно. Дальше вот такой голубенький. Вот вместе. Вот такие вот мечи прикольные.
И есть две вот такие пушки. И это очень круто, потому что их можно дать в руки. У меня есть же целая коллекция микрофайтеров. И мне кажется, как раз-таки некоторым не хватает таких пушек, потому что у них какие-то не очень хорошие пушки, обычные какие-то пистолетики. А здесь такое оружие посерьезнее. Так, давайте все сложим. Так, до конца. Ты неправильно собрал. Так, нам нужно маленько все вот это вот разобрать теперь. Что-то никак у меня не заладилось. Одну вот эту нужно развернуть вот сюда. Я это пропустил, потому что в этом... В том случае, в котором было, мы бы не вставили сюда вот эту пушку. Она вот так вот должна. И теперь мы все это заканчиваем. Дело долго сегодня у нас вышла такая сборочка. Но, тем не менее, зато мы все собрали. Смотрите, какая прикольная штука получилась. И я вам скажу, в этом случае мне нравится. Потому что оружие всегда прикольно. А оружие можно давать в руки своим фигуркам. И это классно, в отличие от тех вот других всяких маленьких кораблей, которые, ну не знаю, никак. Их ни к фигурке не поставить, потому что маленькие, и никуда. А стойка с оружием, это прикольно, мне нравится. Хотя это не фигурка, но все равно мне, в общем-то, понравилось. Надеюсь, вам тоже. И давайте завершим это видео. Ну что, это был вот такой пятый выпуск журнала LEGO Star Wars. Как вы уже поняли, мне понравился этот выпуск. И даже понравилась стойка с оружием. Надеюсь, вам тоже. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И до новых видео, друзья. Всем пока.